Музыка не может быть бесполезной. Я хотел бы, чтобы ты ложишь своей музыкой, чтобы вы нас не услышали. Нет, вернитесь, мы просто пили кофе. Вы нас не тревожите музыкой абсолютно. И вообще, если вы считаете нашу музыку бесполезной, то... Мы не считаем. Нет, мы не считаем. Ни одну музыку бесполезной. Любая музыка нужна. Нашу, да. Почему? Мы же слышали вас разговор. Неправда. Мы такого не говорили. Да, ваша музыка что-то значит на разных языках. Если бы у тебя выносили мальчики бы мне этот мозг, то тогда бы я поняла вашу музыку. Ну я же не виновата, что у меня нет языка монстров на переводчике. Мы просто говорили о том, что каждый язык находит что-то свое, знакомое в нашей музыке. Ну да. В нашем языке. Типа того. Каждый народ находит какое-то слово знакомое. А вы знаете, как мы вообще появились? Нет, расскажите. Из одной капли воды. Ух ты! Это как было? Как только на землю упала одна капля воды, появился барабан. Ой. Потом, когда одна снежинка упала на землю, появился мамонт. Ого. Потом, когда крокодил в первый раз зашли в воду, появился парализатор. Когда самый сильный ветер подул в первый раз, тогда появилась лек-птица. А когда обрюшок появился, когда зародились люди. Потом они построили здание для разведения, а там уже разводились и делали других монстров. Вот какая история оказывается. Да, интересно. Так что мы капельки воды, камни и прочее другое. Ну вот разве вода умеет обижаться? Еще бы. Парализатор у нас самый обидчивый. Не считайте музыку нашей... Не считайте нашу музыку глупой. И получается, никто и не считал твою музыку глупой. Точнее, музыку того концерта. Это была прекрасная музыка, я считаю. Очень даже веселая. Мы слышали ваш разговор. Вы сказали, что вы считаете нашу музыку неполезной. Нет, такого не было. Я такого не помню. Вы, значит, плохо слышите. Да, либо не так вам передали информацию, какой-то испорченный телефон, который сломался. У монстров, во-первых, нет телефонов, во-вторых, нету компьютеров. В-третьих, мы все слышали. Значит, вы не так поняли. Расскажите все поподробнее. Да. О чем? Вы считаете нашу музыку бесполезной? Да. Нет, такого никто не говорил. Неправда. Мы сказали, что ваш язык непонятен нам и решили перевести его. Да, включили языке. Переводчик, а он этот язык как со всех языков переводит, только на русском не распознают. А переводчик нашел в каждом языке какое-то знакомое слово. Но каждый был, у каждого разный смысл. Вот поэтому мы и удивились. Интересно, как это так получается? Вы можете разгадать... Откуда взялся ваш язык? На самом деле, вы можете разгадать нашу песню по тем буквам, которые находятся в песне. Да? По каждым языкам. Вот, например, какое-то слово и собрать буквы из песни. Ой, например, подскажите, вот какое, допустим, слово... Обычно очень часто тут встречается слово «дружба». Да? Ну, это очень хорошо. Слово «хорошее». Ой.